Ребят, всем привет! Добро пожаловать на наш канал. Однако, здравствуйте. У нас на канале появилась новая рубрика «Рандом решит», где мы собрали интересные места и рассортировали по категориям. Если это место находится в легкой доступности, зеленая карточка. Если средней доступности, желтая. Если сложной доступности, то это красная карточка. Так как мы сейчас находимся в отпуске в городе Уральск, это Западно-Казахстанская область, извините меня за голос, я немножко приболела, то здесь мы собрали места с Уральска. Давай, доставай. Что-то зелененькое. Так, ну это значит легкая доступность. Что это такое? Голубое озеро на зеленом фоне. Ну да, логично. Голубое озеро, блин, я туда давно хотела съездить, я только не знаю, сейчас там оно есть. Я его специально сюда вписала, я хочу посмотреть, есть ли там вода, потому что я слышала, что оно иногда пересыхает. Ну, это будет интересно. Помнишь, я тебе говорила про это озеро? Да, мы еще в прошлом году собирались. Да, мы в прошлом году собирались, но так и не съездили. Но сейчас посмотрим, как оно там. На зеленом цвете я написала. Сложность там будет заключаться только в том, что мне нужно уговорить брата нас туда свозить. Вот. А так, в принципе, оно находится не очень далеко. На крайний случай пешком пойдем. Ну, на крайний случай, да, пешком сходим. Sometimes I know you heard from everyone telling you lies. So just lay down beside me. Give me all your issues. I'll take them and I'll make them mine. Красота вообще. Даже не верится, что мы сюда приехали. Там вдалеке себя лебедей. Красиво. Шикарный вид.
такое белое. Это меловые горки в Уральске. Цвет воды, конечно, шикарный. Ну, конечно, камера не передает этой красоты. Единственное, очень много мошек. Прям сожрали уже. Хотя только приехали. Не нужно будет взять камушек. Я собираю такие на память. Да, кажется, это мел. Сейчас зайдем с другой стороны этого озера. Мы хотим поближе снять лебедей. Здесь мошек, блин, кошмар. Сейчас уже попробовал, солен она или нет. У меня уже брат на вкус даже воду попробовал. Сказал, что она не соленая. Ой. Приколист. Они от нас уплывают каждый раз. По-моему, с каждой минуты их все больше и больше налетает. Нам бы туда бы пройти, да? На тот островок. Туда. Симба. Блин, нас, по-моему, в лесу так не жрали, да? Здесь еще скользко. Дождь сегодня был. Подержи, пожалуйста, сумку мою с камнями. Они красивые были, мне не нужны домой. Ой, здесь, наверное, не пройдешь. Здесь очень мокро. Вон лебеди. Ужас, ужас. Надеюсь, на камере что-то видно, кроме черного вот этого роя. Какое-то растение интересное. Дома посмотрю. Пробью, что это такое. Оно очень красивое. Даже запах приятный. Блин, хорошо, что у меня когти. Хотя бы можно нормально чухаться от мошек. О, залез, залез.
привезли 30-летнего ребенка покататься на меловые горки. Ну-ка покажи хрюшку. Я не пойму, меня одну что ли жрут? Тебя что, не жрут? Нет. Ходи быстрее. Средненькие. Ты там смотри, чтобы они красивые были. Ну это не булыжник, это красивый камень, ну какой-то в пятнах, как будто его описали. Давай. О, камушек красивый. Вообще, этот можно было на школу фармить, экономить. Да. Спасибо. Я думаю, может тут помыть, а? Зачем? А, боты что ли? Да у нас вроде в доме пока вода есть. И машинка тоже. So just lay down beside me. Give me all your issues. I'll take them and I'll make them mine.